Всем привет, друзья! Вчера подписчик мне написал, сними видео про свою трансформацию. Ну и не только он писал, конечно, но проблема в том, что у меня нету много фоток с того времени, когда я был мелкий, подросток и так далее. Нашел несколько фотографий, давайте же сейчас посмотрим. Итак, первая фотография, на ней мне где-то лет 7, 8, 9, точно не знаю. Я стою на пляже, тут отчетливо видно, что у меня просвечиваются все ребра, их можно пересчитать. Я абсолютно дрыщавый, у меня тонкие кости, и я очень-очень худой. Вы, конечно, можете подумать, что меня не кормили в этом возрасте, но вы будете тогда неправы. Я довольно ел хорошо, но все равно масса не росла, в принципе, как и сейчас. На этой фотографии такое чувство, что мою руку можно просто взять вот так и как палку переломить, потому что она настолько тонкая была, что это просто невыносимо. Итак, следующая фотография, мне тут лет 14, я похож на какого-то эмо, либо непонятно на кого, не знаю, сами напишите в комментариях, на кого я похож. Видим, что я очень худой, кости очень тонкие, опять же, руки очень тонкие, шея длинная, типичный эктоморф. Собственно, вот так я выглядел в 14 лет, если кому-то интересно, смотрите. Если вы такой же, то в 24, возможно, вы будете как я. В 14 лет я начал делать отжимания, подтягивания и качал пресс. Все я делал дома в течение 3 лет где-то. Довольно нормальные результаты пошли, сейчас мы все увидим. На этой фотографии мы видим меня, уже подстриженного. Это означает, что мне тут уже 15 лет. Я занимаюсь уже год и набрал около 10 килограмм мышечной массы. Я уже выгляжу не таким дрыщавым, как был на предыдущей фотографии. Уже выгляжу поэстетичней. Появился пресс. И немножко я уже стал покрупнее. 15 лет я также продолжал делать отжимания, подтягивания, пресс качал. Кстати, подтягивания я делал только обратным хватом. Именно из-за этого у меня выросли огромные битки. Следующая фотография, мне 16 лет где-то, возможно 16,5, там ближе к 17. Здесь у меня уже руки побольше, видно, что бицепс появился. Такой неплохой вроде бы. Я выгляжу довольно уже неплохо для подростка 16-17 лет. И в этом возрасте я вроде как начал уже ходить на турники, брусья, немножко там подтягивался, отжимался на брусьях и так далее. Короче, одним словом, я совмещал домашние упражнения с турником и брусьями. На следующей фотографии мы уже видим где-то мне 17-17,5 лет. Опять я какой-то волосатый стал. У меня четко вырисованный пресс. Хорошие кубики такие видны, набрал я хорошо массы, около 15 килограмм за это все время с 14 до 17 лет. По-моему, все нормально. Как мы знаем, до определенного пика человек доходит, и уже масса очень плохо начинает расти. Вот этот, видимо, промежуток времени у меня был в 17 лет, и с того времени у меня очень-очень-очень мало, по чуть-чуть прям растет мышечная масса. Но, собственно, это все фотографии, которые я смог найти с моего подросткового возраста, с юношеского и так далее. А сейчас вы видите фотографии, как я выгляжу сейчас. То есть можете сравнить, огромная разница получается, да, между тем Арчо Моррисом и сегодняшним. Поэтому, друзья, развивайтесь, растите, качайтесь. Если вы эктоморф, то не стоит расстраиваться, у вас все впереди. Жизнь продолжается, кушайте больше, набирайте массы, хоть и понемножку, она будет набираться у вас. Всем удачи, ребята! Ставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, дзынь-дзынь, чтобы он дзынькал вам, как выходит видео новое. И увидимся в следующем выпуске. Пока!